У меня 422 друга, но одинок я. Чья это заслуга? Мы с ними каждый день о том о сём болтаем, но мало кто из них меня реально знает. Свою проблему я нашел на расстоянии, между живым общением и фотосозерцанием. Потом вдруг посмотрел по сторонам и понял то, о чем скажу и вам. Народ, ну разве можно в нете сети социальными назвать? Ведь раскрывая свои ноуты, мы стали сердце двери закрывать. Все наши гаджеты одни иллюзии способны подарить. Соцгруппы лживо позволяют нам принадлежность ощутить. Ты видишь мир фальши, где все перемешалось. Тут из-за рабства технологии свободных вовсе не осталось. Здесь информация за деньги продается. Мир эгоизма, мир пиара, совесть рвется. Эмоций подлинных почти не остается. Круто моменты яркие делить с теми, кто рядом. Но грустно, если некому нам улыбнуться взглядом. Друзья разделят твою радость, не будешь скучать. Но мы не ценим дружбы сладость. Опять сидим в чате. Хотим казаться лучшими, желаем восхищения. Скрываем изоляцию свою мы от общения. Мы составляем предложения и слов красивых о житухе. Конечно, я прошу прощения, но не доходят тексты в ухо. И проблема не в том, чтобы побыть одному. Ведь можно почитать, порисовать и покачать мышцу. Все дело в том, что просто жить, а не тупить в экраны. Развивать мозг, а не пихать его в инет-капканы. И если одиночество почувствуешь в толпе, оставь iPhone в покое, не нужен он тебе. И список контактов перестань сканить взглядом. Найди о чем початить вслух с сидящими рядом. Общение офлайн выходит из моды. Ленимся часто поболтать, пусть даже о погоде. И в транспорте, и дома мы как глухонемые. Облом нам заглянуть в глаза, как роботы живые. И кстати, дети, что нас с вами окружают, такую жизнь как норму для себя воспринимают. И вряд ли однажды ты станешь папой, что надо, если не сможешь мелкого развлечь без айпада. Когда я был мальчишкой, дома веришь не сидел. На велике гонял, творили беспредел. С друзьями мы коленки часто разбивали и на деревьях халабуды создавали. А теперь с каждым годом в наших парках все тише, потому что ребята все по норам, как мыши. По квартирам тихонько в уголочках сидят и пустыми глазами сканят снова контакт. Мы поколение идиотов со смартфонами. Не надоело быть беспомощными клонами? Так оторви взгляд от айфона. Достаточно висеть в онлайне. Кричу, а не шепчу на фоне. Наш мир красивый, нереально. Тебе он встречу может подарить. Увидишь разницу, захочешь жить. Ощути то мгновение, когда вы встретитесь взглядом. Запомни то озарение, что судьба твоя рядом. Прикосновение рук и губ, прикосновение. И ссора первая, счастливое мгновение. Об этом не обязаны знать тысячи людей. Желаешь разделить ты счастье только с ней. И вот решился ты свой ноут продать, купил кольцо и попросил невестой стать ту, о которой мог только мечтать. Ты не забудешь дни, когда так ждал ребенка, момент, когда к груди прижал его в пеленке, влюбился вновь в красивую девчонку. Усталость. Кроха дочка не дает ночами спать, а тут и слезы выросла. Так сложно отпускать. И вот она вчера еще невеста вам внука привезла, ты на руках держал. Тот день, когда тебя он дедушкой назвал, и понял ты, что правда, старым стал. Ты много получил в реальности живя, и это факт, а не красивые слова. Как же ты рад, что жизнь не упустил, и глядя на дисплей, на счастье не забил. Свою жену ты сможешь за руку держать, когда болезнь ее уложит на кровать. Слова любви захочешь вновь сказать, ну и в последний раз поцеловать. Она же в тот момент успеет прошептать, как счастлива, что ты тогда ее остановил на улице и адрес верный вовремя спросил. Но помни, все вот это можно упустить, если сидеть в ВК и гуглить, а не жить. Не отложив свидание в интернете, упустишь шанс важнее всех на свете. Так оторви взгляд от айфона и заблокируй ты дисплей. Кричу, а не шепчу на фоне. Живем лишь раз, услышь скорей. Не трать часы на прозябанье в интернете. Мы за себя перед Творцом в ответе. Я не святой, ты не подумай, нет. Такой же, как и ты. Давай меняться, френд. Мир электронных знаков крайне надоел. Там чатят, но не видят, что за беспредел. Общаясь, постим, новости листаем. В глаза не глядя, в душах погибаем. Давай не обольщаться миром фальши и обмана. Давай не лайкать фотки, а любовь дарить. И хватит жить в инете, развалившись на диване. Нажми Escape, пора в реальном мире жить. Так оторви взгляд от айфона и видео скорее выключай. Кричу, а не шепчу на фоне. Живем лишь раз. Люби, учись, мечтай.